Человек мира, навсегда сохранивший Чувашию в своем сердце. Так говорил о себе Геннадий Айги. В Национальной библиотеке прошла межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к 85-летию со дня рождения знаменитого поэта. Свободный автор свободных стихов, бунтарь, инноватор. Геннадий Николаевич всегда был наиболее ориентирован на эксперимент, оставляя за читателем право самому довнести смысл в произведение. На конференции из уст айгистов, а именно так называют себя ценители и знатоки его творчества, звучали стихи поэта. Один из них – Юрий Орлицкий. «Буду светиться тем тихим светом, который бывает лишь в детских прогулках, когда наступает час прогулки». По мнению литературоведа, самые ранние стихи абсолютно совершенны. Но, безусловно, у каждого из них свое понимание творчества нашего знаменитого земляка. «Мне судьба позволила прикоснуться к великой глыбе, услышать музыку этой глыбы, недосягаемой горы, вершина которой касается небесных сфер. Это слово Геннадия Николаевича Айги. Я благодарна судьбе». На встречу с поклонниками поэта приехала сестра Айги, тоже известная писательница Ева Лисина. «Радостно видеть вас всех и себя среди вас, потому что вы собрались в честь поэта, истинного поэта. Это красиво и благородно, что мы здесь и будем говорить о нем». В рамках конференции открылась художественная выставка «Мир Геннадия Айги», а вечером состоялся музыкально-литературный вечер «Поэзия без границ». Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, «Республика».